Почему часто героями ваших картин становятся дети и животные? Мне очень нравится детская и кошачья, особенно непосредственность, когда они могут залезть на стол или без спроса взять банку с молоком, например, или залезть на два стула и не бояться, что они упадут, для того, чтобы съесть конфеты, которые отложили на праздник. Вот именно поэтому. И еще мне очень нравится их искренность и какая-то незамыленность мышления. Вот, наверное, так.